Приветствую зрители и подписчики, Механайс здесь. Это вторая часть видео про тайные места на картах. Пользователь под ником DakaDaka предоставил просто шикарный список карт, куда можно спрятаться. Что же, посмотрим и проверим эти места. Поехали! И вот просто неожиданно, даже для меня, я эти места вижу впервые, уважаемые зрители. Вот это место на внешних пределах я вижу впервые, куда можно прыгнуть Ильдаром. Можно прыгнуть сюда неожиданно. Все в пределах карты, за карты ничего не выходит, видна граница, граница карты, покуда проходит. То есть это не за пределами карты. Посмотрим, возможно ли здесь постройка. Постройка возможна, но здесь она багована. Вы видите сами, после накидки врат раб двигаться уже не может. То есть вот это место поломано, соответственно. То есть вот она граница, видите вот эту вот жесткую линию? Вот она, линия, разделительная линия. Вот, граница карты. Соответственно, здесь можно построить врата, только если бросив их себе под ноги. Но двигаться уже нельзя. Врата здесь спрятать можно. Интересно, любопытно. Вот вам еще одно место. Что ж, смотрим следующую карту. Ищем, 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 ищем тайное место. Вот оно, вот оно. Посмотрите, посмотрите. Целая площадь. Целая площадка. Целая площадка снега. Как насчет этой стороны? Нет, эта сторона все-таки нет. А хотя, если вот это... Да, да! Огромная высокая скала, где можно также преспокойно бегать. Что с постройкой здесь? Нет. Место баговано. Место баговано. Строить на багованном месте нельзя. Здесь то же самое. Вот эти места багованы. Вот она, граница карты. Вот они проходят, где границы карты. И вот сюда мы можем прыгать. Здесь после накидки врат сюда вообще теперь прыгать нельзя. А, я не дохожу просто до туда, да? Туда не дохожу. Да, действительно. Список действительно огромный. Послужной список, где можно разбегиваться. Здесь полностью, полностью гора, доступная для постройки. Очень высоко. Артиллерия наверняка будет работать, но не факт. Не факт. Самый край карты. Самый край карты мы можем строить врата. Но опять же баг. Опять же баг. Любопытно. Про вот эти места я вижу впервые. Про эти места я узнаю вместе с вами. Высадка этого раба. И я даже не могу его высадить. Берем врата, и он сейчас высадится на месте этих врат. Нет, он даже не может отсюда выйти. Заблокировано все. Он не может выйти. Как насчет этих холмов? Да, и вот эти холмы тоже. Вот эти холмы тоже. Столько мест. Про эти места я знаю, узнаю впервые. Все благодаря пользователю DakaDaka. Здесь вообще просто огромная площадь. Огромная площадь на этой карте. Но забаговалось, все. Все, к вратам подойти нельзя. То есть вот он квадрат, квадрат. Все, квадрат. Ну а мы едем дальше. Карта глупость Тезина. Тазина. Естественно, первое место. Первое место, вот оно. Первое место, и здесь можно бегать. Что насчет постройки? Постройка багована. Постройка багована, и смотрим дальше. Да, и вот они, места просто за горами, за холмами. За горами, за холмами прячутся врата. Столько мест. И здесь, все это прячется, все это прячется. Это можно все использовать. Просто одно место, вот единственная точечка, и ходить там нельзя. Все это дает разнообразие игре. Все это не портит игру, это разноображивает игру, позволяя играть разные режимы. Например, не уничтожение всех производящих зданий, не поломка главного здания, не смерть героя, а полное доминирование. То есть, например,
когда умрут все твои войска, тогда ты проиграешь. Например, для вот этого режима вот эти места подходят идеально. Найдите, я вот Эльдар, и я прячусь. Например, вот это. Фан, ни за какие пределы он не уходит. Любое место обстрелить, любых рапторов можно доставить и прочее. Едем дальше. Изумрудная река также предоставляет нам возможности для того, чтобы запрыгнуть на кроны этих деревьев. И немножко побегать там. Как насчет других частей карты? Да, вот тут уже поглубже. Вот тут уже поглубже мы забрались прямо на верхушке этих... этих низкополигональных, низкополигонных деревьев. Да. Просто... просто куда душе угодно можно двигаться. Можно направляться куда душе угодно, на любые кроны деревьев. Низкополигональных деревьев можно бегать, и здесь можно преспокойно бегать по этим зеленым равнинам. Карта «Жестокий риф». Наверное, никто никогда не играл на этой карте. Даже, наверное, с компьютером никто на этой карте не играл, хотя... потому что карта достаточно большая. И тем не менее, она предполагает наличие здесь тайных скрытых мест. Но все равно это никакой пользы и нагрузки не несет. На этой карте никто не играет. И, наверное, не будет играть. Ну, естественно, первый же холм, вот он. Первый холм. Такие места бросаются сразу же в глаза. Сразу же. Площадка над реликтом. Я уверен, сюда можно попасть. А вот и нет. А вот и нет. Сюда попасть нельзя. А вот сюда можно. Сюда вот на холм. И я уже на холме, и, наверное, смогу пройти весь этот путь, чуть ли не до базы, наверное. Не до базы противника. Нет. Нет, дальше не идет. Так, здесь по умолчанию можно. И да, вот он холм. Прямо над базой противника. Да, действительно. Ну а как вам невероятно популярная карта кратер Гор-Хаэль в качестве постройки тайных баз? Давайте посмотрим, где мы сможем спрятаться здесь. А вот оно, а вот куда мы прячемся. Прямо на краешек, прямо под кроны деревьев. Под кроны деревьев мы прячемся, как разведчики. Все. И здесь можно рейнджеров посадить и прям снимать компанию, как они смотрят отсюда, рассуждают о высшем благе. Высшее благо — это прерогатива Тау. Или о чем там будут рассуждать наши эльдары? Все, наверняка где-то еще, вот, например, вот в этих вот углах здесь, здесь и наверняка под кронами деревьев здесь. А как же карта Тиборакс? Очень популярная карта. 2 на 2 близко расположенные базы дают нам жестокие сражения. Итак, ждем спасительного телепорта, который избавит нас от хлопот. Спасительный телепорт избавит нас от хлопот, и мы немедленно смещаемся. Смещаемся. Да тут целый тоннель. Целый тоннель. Где можно скрыться. Место под деревьями, место под солнцем. Еще одно место. В этом лесочке. Прям граница, граница карты. Здесь постройка невозможна. И здесь также невозможно. Но задержаться, побегать здесь можно. Вот это место. Наверняка вот эти деревья также позволят нам возле них спрятаться. Вот эта дорожка. Как вариант, уже смотрим сами. Все, тайные места найдены. И это далеко не все места. Последняя карта, на которой мы сегодня остановимся, карта Мансе. Итак, выше гор, ну-ка, и... да, вот она гора. Вот она гора, где можно спрятаться. И здесь также мы видим, куда можно прыгнуть. Насчет постройки здесь...
туговато с этим делом, со строительством, но тем не менее, наверняка где-то еще вот здесь, вот наверняка где-то здесь есть место. Ну что ж, господа, на этом все. Тайные места обнаружены, и мы поняли одну вещь, что ничего не знаем об этой игре. Собираем все знания по крупицам, все тайные места однажды станут явью. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки. Механайс.